Река Уфа ниже створа плотины Павловской ГЭС не замерзает почти до самой Красной Горки, но в ее извилинах, небольших заливчиках, образуются толстые припаи многометрового льда. В это время они сплошь усеяны черными точками. Это рыбаки пробуют свое счастье в ловле окуня на мормышку. Кстати, чем дальше по льду от берега, тем крупнее рыба. Здесь попадаются даже такие вот вполне зачетные экземпляры окуня. Не уступают местным рыбакам и дикие утки, оставшиеся на зимовку в створе плотины. Для них здесь раздолье. Если не поймают рыбу сами, всегда накормят рыболовы. Правда, бывает, что рыба настолько крупная, что не всегда ее удается проглотить. Толщина льда на таких припаях достаточно толстая, до 20 сантиметров. Поэтому плотность рыбаков велика. Окуня всем хватает. Например, этот рыболов сумел натаскать несколько килограммов за пару часов. А кто-то приезжает на Павловку не за рыбой, а за удовольствием отдохнуть от городской суеты. Впечатление, конечно, не передать. Очень-очень-очень-очень здорово. Отдых. Действительно, что может быть лучше активного зимнего отдыха на рыбалке? Свежий чистый воздух, легкий бодрящий мороз, физкультура на льду. Азарт. Рустам Сироздинов, Башкирское спутниковое телевидение.